Здравствуйте, дорогие любители годных ICO! Сегодня у нас с вами на рассмотрении проект UseChain. Итак, что же это такое? Это блокчейн, и он предлагает решить следующие проблемы. Ограниченная эффективность исполнения. В существующих блокчейн-системах поддерживается только до 25 транзакций в секунду. По сравнению с многотысячными транзакциями в секунду, например, в Visa или MasterCard. В свою очередь, использование технологии сетевого шардирования, такие как KZA, INS и ETS вместе с Randomized Proof of Work, сокращенное RPOW, позволит создать более высокоточную и быструю проверку транзакций и освободить время и мощности майнерам. Далее. Способствование преступности. Как вы знаете, анонимность в транзакциях может использоваться мошенниками и преступниками для отмывания денег, покупки, продажи запрещенных предметов и легкого воровства. На сегодняшний день многие платформы используют протоколы Know Your Customer, знай своего клиента, и борьба с отмыванием денег, AML. А так как существующие блокчейн-системы не готовы к этому, то и слияние таких платформ затормаживается. Компания UseChain, решая данную проблему, устанавливает многоуровневый механизм соответствия между адресами и идентификацией пользователя. При этом в блокчейн будет записываться только картографическая информация, без личных данных. Ограничения, построенные на технических порогах. Существующие блокчейн-системы жестко привязаны к определенным платформам, что не позволяет приложениям работать на разных платформах, то есть кроссплатформенность довольно на низком уровне. Виртуальная машина идентификации IVM способна создать промежуточную связь с блокчейн-системами, внешними API, а также подсистемами эффективного выполнения. UseChain создает основу для ряда инструментов, в том числе децентрализованных платежей, финансовых услуг, страхования и многих других услуг с использованием децентрализации. Я считаю, что это крайне интересно. И KUC, то есть Know Your Customer, KYC, особенно важен для финансовой индустрии, так как основная часть финансового мира боится присоединиться к криптовалютному миру как раз из-за отсутствия идентификации личности. UseChain соответствует стандартам KYC традиционных финансовых учреждений, смещая акцент с «кто вы» на «что вы можете сделать», что делает его более совместимым с приложениями за пределами своей собственной экосистемы. Запуск системы значительно сократит затраты на идентификацию личности и реформирует существующую финансовую индустрию. Я считаю, что преимущества данного проекта видны налицо, и мы рассмотрим с вами одну из технологий, которые используются данным проектом, более подробно в следующем видео. Все ссылки на данный проект вы найдете в описании. А на этом все. Всем удачи, инвестируйте свои деньги правильно.